подписаться на канал, поставить лайк и поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видеоролики. Поехали! Итак, ребят, всем привет, с вами Тимоха Домино, сегодня у нас новое видео, но, как вы думаете, необычное, по-любому необычное. Вот и я о том же говорю, ребят, необычное видео у нас сегодня будет. Я хочу провести пранк песни, думаю, все знают, что это такое, я уже выбрал трек. И сейчас многие спросят, ты, он снимал видос «Сталкерс в Припяти» в зоне учреждения со своей девушкой, почему ты с нее не прикалываешься? Во-первых, если я с нее прикольнусь, она мне... Не будем говорить и... В общем... Уточнять то, что она мне может за это сделать, я не хочу ее никак обидеть и разыгрывать, и без ее разрешения это делать как-то не хочется. Но если я сделаю, ну, например, скажу ей, это будет неприкольно. Поэтому, ребят, я выбрал песню, которую я вам... ...людей, но где мне бросил я тень снов, больше не углядеть дом, я покинул его, и теперь не старайся за мной, но успеть... Я ищу текст, я уже нашел человека, который будет по-любому... Блин, короче, вот, в общем, текст. Ребят, короче, поехали. Так, и первый пациент, я выбрал вот это моя подруга, знакомая, так сказать. И почему именно она? Да потому что она с другого государства, и она мне ничего не сделает, и это, точнее, безнаказанно. Поехали. Брось, я такой же, как ты, наша правда лишь пыль. Ну да, пыль. Мы скинем ее на постелях чужих, вдыхая в себя ту кристальную жизнь. Нас так крут миражи, так хотелось бы верить в то... Хи-хи-хи. То, что когда меня будет ломать, эта сука откроет мне чертовы двери. Нет, не стоит прощать, нам не стоит прощаться. Мы встретимся там, где другие уходят, боясь потерять себя тут и сторчаться. Это стимул тебе пережить эту ночь, чтобы на утро я время найти. Ну и что, ты будешь дальше так слова... Бля... Из песни писать? Блин! Поехали дальше. Итак, ребят, первый пациент безнадежен. Переходим ко второму. А второй пациент и мой любимчик. Но это не точно. Тот же курс лечения, в принципе. Брось, я такой же, как ты. Наша правда лишь пыль. Итак, ребят, честно вам сказать, второй пациент не лучше первого. Все те же симптомы, поэтому переходим к другому. И, кстати, да, процедура все та же. Погнали. Брось, я такой же, как ты. Наша правда лишь пыль. Что? Здесь оправданий не надо, мне похуй, твои оправдания связаны мной. Расскажи мне, кто ты, расскажи мне, зачем. Так, ребят, это уже последний человек, над которым я буду так, грубо говоря, пранковать. Если ты это видео видишь, Аня, извини, но, блин, у меня не было выбора. Ты попала в то время, в то место. Ладно, поехали. Я вчера подавил в себе силы бежать, и сегодня здесь... И ладно, я знаю, что вы уж так хотите, чтобы я там написал Ане. Ладно, 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 сейчас все будет, короче. Хорошо, хорошо, хорошо.
Так, чуваки, над этим прикалываться довольно-таки не очень прикольно, потому что это мой звукарь со студии, со звукозаписи. Кстати, Resonance Records, если интересует, все ссылочки в описании. Но тут мы тоже немножечко попробуем. Все-таки он уже человек повзрослее, посмотрим на его реакцию. Кстати, он тоже снимает видос, как раз пропиарю его канал. Надеюсь, он меня простит. Ссылочка в описании. Поехали. Расскажи мне, кто ты. Расскажи мне, зачем. Цитатками балуешься. Нет, не стоит прощаться. Нам не стоит прощаться. В общем, думаю, на этом можно заканчивать. Всем, кому я написал, всем кину это видео, чтобы потом было поменьше вопросов. Если вам не понравилось, то я извиняюсь, блин, потому что, ну, я никого не предупреждал. Если бы предупредил, такого бы не было. У меня пару друзей поубавилось, но они по-любому вернутся, потому что, ну, ладно, в общем. Думаю, они сами посмотрят, поржут. И я еще песню такую выбрал, знаете, не очень веселую, поэтому... В общем, чуваки, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всем огромной удачи, всем до скорых встреч, всем пока-пока.